В честь 120-летия педагогического колледжа имени Мухтара Ауэзова состоялось торжественное открытие нового студенческого центра. Новое здание расположено на территории колледжа и оснащено современным оборудованием. Общая площадь здания – 2500 квадратных метров. В церемонии открытия духовно-культурного центра ЕС Аймах приняли участие аким области Нурлан Уранхаев и руководство компании «Каражыра». Общая площадь нового двухэтажного актового зала на 300 мест составляет более 1000 квадратных метров. Проектом предусмотрены теплые переходы с учебным корпусом и общежитием. Строительство нового здания первого учебного заведения «Алаша» началось в июле 2023 года. Концертный зал, вмещающий 300 человек, оснащен современным LED-экраном, световыми и звуковыми устройствами, автоматическими механизмами сцены и удобными мягкими креслами. В центре также установлена современная система кондиционирования и вентиляции с интеллектуальным процессором и функцией очистки воздуха. Два года назад я приезжал в колледж и спросил у Шагангуль Алдамжаргаза, какая помощь вам требуется. Она ответила, что было бы хорошо построить концертный зал. Тогда я дал обещание, что данная просьба будет выполнена. И вот сегодня, спустя два года, он распахнул свои двери. Поздравляю всех с этим знаменательным днем. Строительные работы духовного центра проводились по инициативе акима области Абай Нурлана Уранхаева и совета директоров акционерного общества «Каражыра» в рамках оказания бизнесом социальной поддержки региона. Поздравляем со 120-летием педагогического колледжа имени Мухтара Ауэзова, одного из самых престижных учебных заведений. Надеемся, что благодаря таким большим проектам из этого учебного заведения будут выпускаться новые достойные политические деятели, лидеры Казахстана. Мы очень гордимся тем, что участвуем в таком большом проекте. В духовном центре ЕС Аймах есть 7 специализированных кабинетов и залов вместимостью 500 студентов. Основное предназначение нового здания – проведение культурно-массовых мероприятий на высоком уровне для студентов колледжа и жителей города-семей. В этом большом центре молодежь сможет развивать свои таланты. Здесь имеется хоровой класс, хореографический зал, классы дамбристов, баянистов. В нашем учебном заведении работает молодежный театр ЕС Аймах, в работе которого видны большие перспективы. Праздничные мероприятия, посвященные 120-летию педагогического колледжа имени Мухтара Ауэзова, продлятся до 28 сентября. В рамках программы празднования будут организованы международная научно-практическая конференция, семинар-практикум, фотовыставка, выставка архивных документов, а также открытие тематических учебных кабинетов, посвященных известным выпускникам и преподавателям колледжа. Малика Мухтарова, Ахпатаби Ахмет, Ертис Кучерхан, телеканал «Семей».